Здравствуйте. Доброго дня. Как вас звати? Меня зовут Андрей. Да. Мне 23 года. Андрей, а что вас привело на эту сцену? Вот какая была такая вот самая главная там мечта, идея? Почему здесь? На самом деле я давно уже хотел прийти, просто проект был закрыт временно. И меня приглашали на «Америка имеет талант», но я так посмотрел и подумал, что это будет как-то несправедливо, потому что талант здесь, на самом деле, рожден. Звідки ви? Сам родом из Бердичева, так. Маленький городок. Анатолий Залевский там, школа. Да, да. Все да. Из студии, так? Да, моя гордость. Ну, попал я, конечно, как и многие, я думаю, дети были заведены родителями, не спросив их. Вот так вот у меня было. Я пошел в первый класс, у нас была учительница по хореографии. Позвонила моей маме и сказала, что у меня носки такие очень мягкие и шпагаты очень хорошие. Срочно нужно отдавать его в цирковую студию. У меня никто не так вот не сидел со мной. Андрюша, у тебя просто есть потенциал. Это творчество, это все очень интересно. Просто надо и все. И поэтому я начал прогуливать. А потом просто, почему я как бы это все полюбил, я смотрел Кристину Писклюкову, это такой паучок был, и я за нее отправлял очень много смс-ок, и она реально была одна из тех людей, которые меня вдохновляли заниматься. Я не понимаю людей, которые говорят, вот бы сейчас вернуться в детство. Я люблю жить здесь и сейчас. Вот кайфовать, вот я с тобой сейчас говорю, мне круто, мне классно, там камера что-то ездит. Класс. Ну вообще. А где вы сейчас работаете? Вы работаете артистом? Артистом працював. В данный момент преподаю. Стретчинг. Андрей, за какое количество времени можно сесть на шпагат? Все индивидуально. Ну, плюс-минус. Какие показники есть? Ну, около года. Вот в среднем. Все зависит от того, насколько развивали мышцы ранее, какой образ у вас в жизни. Потому что если вы сидите, то, скорее всего, у вас мышцы... Зажаты. Да. Это нас. Мы сидим постоянно. И что вы взагалі будете нам показывать? Я хочу, чтобы вы увидели. Добре. Я люблю сюрпризи. Андрій вирішив не зізнаватися нам. Що він нам покаже? Каже, ви побачите. Давайте подивимось. Боже, ноги, подъемы, шпагаты. Вау, круто. Четко. Настолько, да? Вау. Мне секси. Мені дуже подобається. Це сцена. Сцена, так. Це привіт, так? Дивись, який підйом. Вау, 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 вау. Круто. Браво! Браво! Клас. Він що, ще й каучук, чи що? Це, так, да, це калібр каучук. Це конторшен називають. Він начебто без кісток. Філігранно виглядає цей номер.
О, о, это сердце в другом. Секунда. Вот так. Сердце. Андрію, я не знаю, чи можна говорити чоловіку, що це секс. Такий кайф, естетичне задоволення, це таке злиття з музикою. Спасибо вам огромное. Така справжня магія, а ви такий просто ух! Клас, я хочу до вас на розтяжку. Клас. Клас. Що? І я вам можу сказати, що у вас дійсно є талант, і він з такою невеликою приставкою. Вау! Вау, Андрій! Це дуже круто. Вау, Андрій, вау, талант. Вау, благодарю. Вау, благодарю. Андрій, ви визиваєте абсолютну гордість своим выступлением. Вы знаете, вот создавалось ощущение, что у вас просто вот нет хребта. Вы как вот та змея. Знаете, вы давали такое мясо, вот эти вот стопы, эти подъемы, эта пластика. Я сидела просто прикована. Я боялась пропустить каждое ваше движение. Огромное спасибо за ваше творчество, за то, что вы делаете. Спасибо вам пожалуйста, большое. Пожалуйста, радуйте нас всегда, вдохновляйте и не прекращайте это баловство. Это было культурно, элегантно и сексуально. Спасибо большое. Это большое вдохновение, на самом деле, сейчас для меня услышать такие комментарии от таких профессионалов. Это вы же меня не чули. Да. Каучук – это зазвичай девчата, знаешь. Не так часто я бачу порубків, які могли ось те робити, що робили ви. І тому я дійсно, направду, щиро подивований. Від нас ти багато позитиву зараз отримав і... Багато позитиву і притулу. І зараз ще отримуєш. Я тобі скажу 100% так. Дякую велике. Я кажу так. Дякую велике. Много комплиментов, много слов восхищения, і ви этого достойны. Да, мой ответ. Спасибо вам большое. Якщо я вам скажу ні, за великим рахунком це ні на що не впливає. Але чого я маю казати ні, якщо мені сподобалось? У вас 4 так. Спасибо вам большое. Круто! І це Україна має талант. Він відмовився летіти за океан, аби підкорити наших глядачів. Клас. Клас. Супер. Дякуємо. Супер, бомба. Бомба-ракета. Бомба-ракета. Бімба. Петарда. Андрій, це було дуже-дуже сильно. Спасибо вам большое. Несмотря на то, что я профессиональный артист, и все равно я волновался, потому что это профессионалы, которые тебя оценивают, и, конечно же, я очень волновался. 4 так. До встречи. Спасибо вам большое. Дякую тебе, Андрій. Спасибо.